Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Та. Сегодня такой замечательный день в Мерсине, воскресенье. Я с утра проснулась, так хотела полежать, поспать, но не получается. Работать надо. Сейчас приняла душ, нанесла макияж. С утра встала, замесила тесто из йогурта. Я уже писала там в комментариях, как его приготовить. Сама сделала себе геркулесовый блин, позавтракала. И сейчас буду быстренько с фарганью хачапуряшку ему. И у меня такие планы сегодня. Хочу выйти погулять. Прям очень хочется выйти погулять на набережную. И расслабиться, отдохнуть от всего. Сейчас быстро кормлю его. Все дела брошу и побежим с ним на набережную. Походим хотя бы час-два. А вечером мы будем кушать тантуни из куриного филе. Купим лавашек, и уже я подготовила грудку. Так что вот такие вот у нас планы. Еда, отдых, гуляние, завтрак одно и то же. И также общение с моими близкими друзьями, которые пишут мне все в соцсети. Уже с утра наговорилась, аж язык не работает. Ну все, пошла я готовить завтрак и волосы сушить, укладку. Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. И у меня был йогурт, наверное, 500-700. Я еще добавила чуть-чуть воды, чуть-чуть. Яйцо добавила, щепотку соли. Погасила с этим йогуртом, то есть сбила. Оно у меня все зашипело, закипело. Потом добавила одно яйцо. Добавила 2-3 столовые ложки растительного масла, соль, естественно, добавила пол столовой ложки на всю эту массу. И муку с разрыхлителем вместе перемешала. Я не знаю, сколько у меня муки, но вот такое тесто. Я его положила в холодильник, оно у меня, наверное, 2 часа полежало. Сейчас будем печь. Очень вкусное тесто получается, друзья мои, лучше, чем дрожжевое. Пошли мы заниматься спортом. Покормила Ашкыма, сделала чуть-чуть там свои дела сделала. И решили, говорю, давай пойдем на часок быстрым шагом до Марины, если дойдет до Марины. И Марина Кадар, видите, как он марширует? Ап, я ап, ап, ап. Спортсмены. В общем, пошли мы. Чуть-чуть надо же погулять в воскресенье. И так все время. Сейчас в основном дома сидим и приведем тантуни, я пойду с Ахшам. А, Дильмашка, тантуни. Все соседи делают мангал, смотрю, ходят друг к другу. Ух, какие они. Мангал я пьерлар, кумшулар. Бенедир, мухонлары. Ну что, мы тантуни покушаем. 23 градуса, 16.03. Ой, как классно. Так мы быстро сшли с Ашкымом, вспотели, а море, видите, пришло, прилив. Так, вот такая красота. Грязное море. Конечно, уже где-то дожди были же, наполнилось. Но людей полно, хотя, говорят, до 4 часов дети нельзя. Наверное, будет полиция контролировать. Я думала, это дети, это взрослые, тогда им можно гулять. Смотрите, как много людей, несмотря ни на что. Пошли мы дальше. Показываю вам все. Как говорит, ты, говорит, гуляешь, когда ты снимаешь. Все, выключаю камеру и бегом. Солнышко, когда солнышко, настроение хорошее. Только людей не так переполнено. Но смотрите, так как запретили сейчас в ресторане питаться, многие очень выносят еду и пикники устраивают таким образом. Там девушка с парнем сидели прямо вот на таких лавочках и кушали. И не стала уже вам показывать. Как-то люди умудряются все равно сделать себе праздник, потому что суббота, воскресенье, здесь уже положено кушать на улице. Рыбак рыбу ловит, но пока я не вижу, чтобы что-то поймал. Вот так, друзья мои, вот так и живем.
сели мы с Ашкимом, устал Ашкимчок, устал. Посидим сейчас, друзья мои, посмотрим, поглазеем. Я сегодня столько наработалась. Вы себе не представляете. Ой. По домашним делам, конечно, поговорила тоже очень много. Короче, столько у меня не хватает времени, друзья мои. А у вас какая жизнь? У меня такая насыщенная. Хочу заняться еще обучением турецкого, английского. Не получается никак. Прохожу обучение в Инстаграме. Ну, как обучение? Читаю инструкции разные. Справочный центр, как что делать. На Фейсбук решила запустить свою рекламу. Ладно, продвигать, хочу посмотреть, как и что это нужно. И вот пришлось ознакомиться с очень большой информацией. И такие вот дела у меня. Сейчас посидим немножко. Пойдем дальше. Спать хочу, не высыпаюсь. Еще надо витамины мне купить и попить. Это витаминчики нужны. Все, одеваю маску. Так весело на нашей набережной. Местные музыканты. Мы с Ашкимом в шоке. Столько людей, смотрите, на пикнике. Все повыходили. Конечно, рестораны закрыты. Люди хотят как-то подышать воздухом, развлечься. Смотрите, везде сидят люди. А я к теннису. Вы видите? Сколько людей. Не, маска так моделировала. А, это тоже какой-то кошмар. Трусы потеряют сейчас. А, жизнь прекрасна у него. Хаят Гюзель Дюру. Маньяки вешаешься. Вот так вот, друзья мои. А вон Марина уже. Смотрите, как мы зашли с Ашкимом. Кафе работает, но только на вынос. Столиков нету. Кошечек, видите, как кормят? Видите? Кошечек кормят специально люди. А, женщина приехала, им все, дала еду. Сосиски, макароны. Кошечки. Вот так кормит женщина. Балон değil, değil mi gençler? Bu balıklar balon değil. Balon biraz daha büyük. Okey. Kedi geldi, yemedi, gitti. Ben dedim balon mu acaba? Мы посмотрите, как нам еще далеко идти. Вот до того берега. Ну, мы сейчас, наверное, свернем с Ашкимом, потому что нам надо купить лаваш на Тантуне. Так хорошо мы прогулялись. У меня сил нет, засыпаю на ходу. Сегодня отличный день. Ашким, bugün süper gün oldu. Evet. Hava güzel, değil mi? Evet, Ашким, hava güzel. Hadi. Devam edeceğiz. Возвращаемся домой.
Зашли в Фурын. Сейчас купим лавашек для Тантуни. Так я давно не была в этом районе, когда на зубы ходила. Часто приходилось ходить, а сейчас редко. Мне движение нужно делать обязательно, а то жизнь остановится. А вот наш сегодняшний ужин. Я приготовила суп прям на две тарелки с мантами. И вот тантуни, друзья мои, и все к нему вкусности. Вот тантуни, как легко. Хлеб, лаваш купили. Будем кушать, проголодались со Шкемом. Приятного нам аппетита и вам приятного просмотра. Пока-пока.